еще один. А. Так, надо еще проход здесь найти. Цель рядом с черным кэшбэком. Бомбардировщики, укрытие! Офигеть, пацан. Владин главный, ты еще здесь? Вас понял. Внимание всем, план меняется. Рамирос, скажи своим охранять Бургер Таун. Мы перенесем туда Рептора. Старое укрытие рассекречено. Всем внимание. Рептора надо перевести как можно быстрее. Да. Надо убраться из здания, пока бомбардировщики не пошли на новый круг. Ох ты! Граната, беги что-нибудь. Надо прорваться. Так, давайте-ка. Опасно, конечно. Ох ты! Какого хрена ты? Ко мне сюда бежишь, не понимаю. Так, ох ты! Так, здравствуй. И прощай. Ой-ой. Фу, спасибо. Ты живой? Привет. Всем внимание. Мы перевозим Рестера из закусочной Нейта в Бургер Таун. Надо тихо там перебить. Рамирос! Да что ж вы? На счет три. Один. Два. Да блин, еще один бежит. Куда побежал? Три. Вперед, вперед! Да куда ты побежал? Вперед со мной, бегом, бегом! Не давайте им поесть по мне! Один готов! О, кажется, готово. Укрылся за перегородкой. За мной. Рептор в холодильной камере Бургер Тауна. Он там в безопасности. Так, он трогал оружие, есть его? Отлично. Не пускайте сюда русских. Конвой уже в пути. Какого хрена? Чёрт. Надо вверх лучше слезть. Так, лучше снайперка. Так, это наша. Хантер 2-1, это Оверлорд. К северу от вас замечено большое скопление сил противника. Прием. Рамира, так. Тут враги. Управляй беспилотником и прикрой Рестера. Прямое попадание, Хантер 2-1. Прямое? Да что ж такое, они... Пяти точных попаданий. Молодец, Хантер 2-1. Скотина, живой. Вижу цель. Ой, черт, а. У нас потери. Блин, я нечаянно. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Ухо. Молодцом. Капер, контакты у закусочной Нейта. Хантер 2-1. Голиаф-2 засек подкрепление противника к западу от вас. Да, блин, да что? Рамирос, тут враги. Управляй беспилотником и прикрой Рестера. Противник у закусочной Нейта. Ладно. Займемся. Ох, сколько подбежал-то. Просто отлично. Хантер 2-1. 15 бойцов противника направляются к вам с севера. Кто-то взорвал наш беспилотник! Беспилотник уничтожен! Повторяю, беспилотник уничтожен! Так, кажется... Прикрой меня! Ария! Противник укрылся в закусочной мере! Да, нет, только там всего... Ой-ой-ой! Слежу за целью! Да, блин, я... Откуда они приперлись-то? Ты очень понимаешь, что происходит. Цель на 4 часа. Цель подтверждена. Откуда там пруд?
Контакта! Вижу цель! Да что такое? Я не могу попасть сюда. Противнику белого грузовика! Прикрой меня! Все в зарисовках там сила. А сколько там? Перезаряжаю! Амира, боец укрывается на стоянке Бургердауна. Иду! Вижу противника! Како! Боец на стоянке замечены два вертолета противника. Слава богу, отбились. Направляются к вам. Прием. Вас понял, Оверлорд. Какого хрена? Живо. О, так, проблема. Закусочный. Я бегу. Есть стингер. Еще пора бежать. Блин, где сейчас вертолета-то не хватало только вот. Так, ладно. Где там. Ох ты, черт! У нас вертолет что ли так снимает нехило. Черт из деревья. Черт из деревья. Где этот гаденыш? Получай, гадина. Yes. Отлично. Так, мне обратно оружие, давай-ка. Спасибо. Чуть мне больше нравится. Кантер 2-1, это Оверлорд. 20 бойцов противника подходят с юго-востока. Прием. Какого хрена? Так, куда дальше идти? А, вон обратно. А, Гелиоп-1 сообщает о вертолете противника, идущем в ваш район. Прием. Внимание! Вражеский вертолет! Так. Одна вертушка. Сбейте его. Да что ж со здесь делать? Я видел стингера. Надо пробежаться быстрее. Давай, давай, беги. Мы сможем. Вижу его! Вот если будет сложно. Реально сложно. Блин, мне надо быстрее брать. Какого хрена? Куда он? Получай, гаденыш. Фу. Отлично. Вертушка сбита. Да, снайперка, она, конечно, она сейчас не нужна. Черт возьми, откуда они взялись-то? Прикрой меня! Конвой прибыл! Убираемся отсюда! Все за мной, живо! Фу! Рамирос, конвой уже рядом, на юге от Бургердауна! Сматываемся отсюда! Я побежал. Фу, кажется, смотались. Надо идти. Прорваться. Убираемся отсюда. Все за мной, живо. Кантер 2-1, это Оверлорд. Доложите обстановку. Прием. Оверлорд, это Кантер 2-1. Объект в безопасности. Повторяю, объект в безопасности. Мы выдвигаемся. Оверлорд, принято. Отлично. Отбой. Отряд. В Аркадии еще осталось 2000 мирных жителей. Если у кого там семья, считайте, вам повезло. Мы идем их спасать. Да.
сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинают поступать сообщения с места событий, пока мы противоречивы, но ясно одно. Не исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Интересно. Кто это? Возможно, скоро мы это узнаем. Так, ух, сколько загружаться-то будет. Офигеть просто. Что-то мне, конечно, с Modern Warfare 1 было много легче. Загрузками. Что-то продолжаем. Да, уже осина гнездо. Лежанка Гарри Роуч Сандерсон, день 4, ОТГ 141, Рио-де-Жанейро. Улица о нем позаботится. Да. Вы наверху в хрущобах. Пусть там висит. Гони верхушку хрыт. Если хорошее, то что нам и сделал. Ладно, приятель, скоро буду. Ух ты. Николай. Да, в общем-то, давно мы не видели его. Со времен Modern Warfare 2. Хорошее оружие. Настя, такая пушка. Контакт на 11. Отточно вижу его. Так, тихо. Гоуст. Контакт укрывается за холодильником. На крышах. Подходим. Так. Ползем-ка. Офигеть, они так легко стреляют. Да, метко достаточно стреляют. Да, охренеть, что все. Так и разносят. Да куда ты пошел-то, а? И ты куда? Не могу сделать выстрел! Да уж, не придется ползти ползком, чтобы добраться до места. Готов. Кто еще хочет? Ох ты, сука. Ага, получили. Что хотели. Это что такое? Какого хрена-то нам стреляют?